Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Перед нами состав «Хозяин». Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Перед нами состав «Хозяин». Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Перед нами состав «Хозяин». Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Перед нами состав «Хозяин». Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Перед нами состав «Хозяин». Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника. Себастьян Куатас, Стефан Ристовский.